Груви. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы будем продолжать грабить, в общем, разврат, воровство, коррупция. В общем, все это будем делать мы с вами в игре Thief Simulator. Я немножко расстроен, потому что это не первая моя попытка сегодня записать эту игру. Я уже записал минут 40, и потом мне отключили электричество. У меня ничего не сохранилось. Точнее, все, что сохранилось, это было битое, невозможно восстановить. И я сел заново. Поэтому я не знаю, на чем у меня сейчас чекпоинт. Но я чувствую себя вором из параллельной вселенной, знаете. Я где-то там почувствовал, что где-то там, как будто бы я уже делал все это. Как будто у меня дежавю сейчас воровское. Бывает, наверное, да? Если вот вы вор, у тебя бывает воровское дежавю? Я правильно постигаю азы этой профессии? И да, прежде чем начнем играть, сразу шлепните лайк, чтобы я видел, что вам, блин, очень заходит эта игра. Понеслась. Свет и видимость, смотрите, это способности воров. Не очень полезные. Короче, помните, в прошлом выпуске я ломал туалет в доме 113. И вот я в него забрался и украл ключ. А забрался я следующим образом. Я смог окно не разбить, а найти открытое окно. Оказывается, хозяйка его проветривала. И я таким образом смог туда проникнуть. Я посчитал, что я играю в симулятор насильника, поэтому я еще и надругался над ней. Но, к сожалению, вы этого всего не увидите. Было очень пикантно. Ей даже понравилось. Более того, очень понравилось. Она позвала соседей. Она позвала полицейских. Всем понравилось. Но это вот я не могу вам показать, потому что не записалось, к сожалению. И вот видите, $798 у меня сейчас есть. Этот чувак, я уже все сбагрил. Мне нужно добыть ловкость, это мое задание. Нужна ловкость, чтобы была второго уровня. А у меня пока ловкость нифига не второго уровня. Но, чтобы вы полностью не оставались с ничем, чтобы у меня был материал, который я могу вам показать, я сейчас вернусь в тот дом и проведу экскурсию для вас. Просто экскурсия, как я провел свое прекрасное первое ограбление. Итак, я тут додумался, значит, вот о чем. Сбить этот чертов знак и припарковать свою машину вот тут. Но не так. Даже не могу повторить свои собственные действия. Вот так, вот так. Нет никого дома? Человек идет. Ну какого дьявола? Надеюсь, он пройдет. Надеюсь, он пройдет. Давай, иди, по краешку, по краешку. Вот, ничего подозрительного. Такое ощущение, как будто я цветы доставляю. Так есть, это мое прикрытие. Это с разгона. Хоп! Забрались. Хоп! Вот то самое окно. Заходим. Я уже у них здесь и гитару украл. Все украл. И эта камера была здесь. О, прекрасные фужеры. Это все надо забрать. Во, зацените, какая штука интересная получается. Стоим такие. Хоп, сверху оказываемся. Хоп, сверху оказываемся. Хоп, сверху. Есть, я выше всех. Давайте посмотрим, что тут. Дерьмо какое-то. Деньги. Оп, стоп, гитара. Я ее так и не забрал, получается. Вазы здесь, черт, у меня инвентарь полон. Они, кажется, в гости ушли кому-то, да? На ночь. Устраивать развратные вечеринки. Смотрите, какая ванна у них. Они что, себя баронами возомнили тут? Понтуются своими ваннами. У них даже дети есть. Странно, я не видел ни одного ребенка. Итак, а как же мне отсюда теперь выбраться? А Евгений знает, он берет, садит сюда, садит сюда, садит, и вот так вот выходит. И его, блин, нет! Не замечай, не замечай, не замечай, забей. Прости, отпусти. Все, он отпустил и простил. А мы возвращаемся, мы как крысы. Мы всегда возвращаемся. Пока нас не прихлопнуть. А кто нас сможет прихлопнуть? Никто не сможет. Ну-ка, сколько там максимум? 15 наименований. И еще 15 у меня. А теперь давайте-ка заюзаем ключ. Человек, человеки всегда были здесь. Так, давайте отметим его и ее. Я думаю, мы поняли с этим чуваком друг друга. Он сделает вид, что никого не видел тут. И буду стоять смотреть на него. Так. Смотрите, как это жутко выглядит. Со стороны. В спальню пошел. Мне кажется, надо попробовать открыть. Теперь давайте влезем. Короче, у меня выпуск превратился в стейлс. Что мы можем красить? Вот мне этот принтер интересует. Заметили? Ну как же так? Кто? Блин! Да все! Кш-кш-кш-кш-кш! Забудь! О! Она забыла. Наша парочка собирается в кроватку. Ему снятся тревожные сны. Ага, ну естественно. Ведь вор идет. Аккуратненько. Вообще, ворочается мужик. А чё, я перестал их видеть? Неважно. Я за принтером пришел. Начну ремонт принтеров. Я поменяю картриджи, перезаправлю вам их. Да, я это сделать собирался. Несем так, чтобы не было в окне видно. Хороший принтер. Тяжелый. Наверняка лазерный. Двусторонняя печать, по-любому. Вот,
Ну, там даже еще место есть. Хорошая вместительная машина. Давайте я куплю себе грузовик. Где же эти люди ходят? Они спят. Ну что, заходим? Давайте включим в наушниках воровскую музыку. Спасибо. Знаете, я стереотипный грабитель. Я Wi-Fi стырил. Потому что все преступники возвращаются на место преступления. И я оказался не исключением. Ведь именно здесь я сортир. Ламаль. Машина припаркована в подозрительном месте. Там человек. Я ему мешаю пройти, нет? Ой, простите. Простите, сэр. Ой, простите, я случайно припарковался. Проходи, 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 проходи. Нет? Все, уезжаю, господи. Быстрее, быстрее, быстрее. Там телек валяется, блин, такой хороший телек. Полиция едет. Кругаля сделаем. Вот не могло без этого обойтись. Полицейский едет. Она ищет мою машину. Нельзя дойти, найти мою машину. Ха-ха, они проехали мимо. Все, мою машину больше не ищут. Тормозы. И я снова вернулся. Телек. Хороший. Наверное, плазменный. Ага. Они проснулись? Я вас просто пометить решил. Просто пометить. Куда она пошла? Пофиг, куда она там собралась идти. У меня тут работа. Что я могу забрать? Ваза. А, надо медленно открывать еще, да. Она что, смотрит на своего мужа через окно заднего двора? Это вообще какое-то паранормальное явление здесь. Слушайте, этот дом, что в прошлой серии, что сейчас, он очень странный. Очень странный. Так, аккуратненько. Фонарик, да, вот, конечно. Пульт от телека, да. Лучше продастся. Это же Пикассо, 13 век. Ну, я так скажу. Я неграмотный, я всего лишь вор. Это задача чувака из ломбарда оценить. Сколько эта фигня будет стоить. Вот, нормально. А что если чувак из ломбарда меня просто решит надурить? Такое тоже может быть. Что это такое? Я даже не знаю, что это такое. Они больные! Что это за маньяки? Оригами они фигачат здесь. Не думал, что моя работа такая страшная. Пойдемте, посмотрим, починили ли они туалет. Маршрутизатор, ну конечно. Забрать, а чё нет? А бабоса повсюду раскидали. И картину надо забрать, надо. Аккуратненько уходим. Это просто стрём. Это очень страшно выглядит, да? Согласитесь. Человек! Он видит меня! Нет, это просто картина. Любуюсь искусством. Твою мать! Нет места. Хрен с ним! Надо уезжать отсюда! В ломбард! Есть! Неплохо так получилось. И даже нам дали кучу опыта. Ну-ка, ранг. У нас есть очки новые. Опа, на ловкость. Сейчас нам Винни позвонит, да. Эй, знаешь, что еще не сломано? Лобовое стекло в 104-м. И ради этого я проводил такие прекрасные ограбления. Что за кал ты мне предлагаешь, Винни? Значит, чувак, Гонзальо, точнее Фернандо, я не помню, как там тебя зовут. Ты не Фернандо, ты Луи, да. Давай-ка мы тебе загоним вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Сколько за гитару дашь, пацан? 150 бачей? Настоящий ценитель музыки. Итак, нам нужно в 104-й. 104, 104. А, вот они прямо здесь. Сначала разберемся со 104-м, а потом вернемся в тот дом. Продолжим. Вы шумите. Простите. Вообще-то, в отличие от вас, бездельников, у некоторых есть работа с утра пораньше. Так, лобовое окно. Не то. А, у меня же есть навык, да, прокачан, я теперь ловкач. Никого нету. Че, полезли? Перчатки скалолазания, да твою же мать. Зачем, чтобы взбираться на такую хрень, нужны перчатки скалолазания? Давайте снова в интернет залезем. А, погодите. А это что такое? Принять? Принято. Столько заданий, и все надо принять. Конечно же, принимаю. Ладно, вот перчатки для скалолазания. Охренеть, я все деньги на это слил. Говно полное. Знаете, чтобы бизнес пошел, надо сначала вкладываться в него как следует. Итак, я бы набрал заказов, чтобы весь район терроризировать. Начнем с этого. Конечно же, доставка цветов. Полезли. О, да. Есть забрать. А, какое же лобовое окно? Это что значит лобовое окно? Не знаю, давай сейчас просто аккуратненько откроем. Ой, как я молодец, скиллованный, скиллованный. Есть! И тихонечко открываем. Здесь нет никого, надеюсь. Все уже шли на работу. Выкинуть. Надеюсь, она не сломается. Домашний кинотеатр, это я хорошо загоню, конечно же. Эй. Кто там нас заметил? Телек, выносим. Все ураганом выносит, я ни при чем, ни при чем. Найн. Хорошо, окно разбить. Есть, скорей. О, боже мой. А, нет, нет, в кусты, в кусты. Черт. Там был человек, оказывается, в доме. Сейчас у нас все получится. Эти все колоночки. Система 5-1. Ну, сколько унесем, столько и будет система. 3-1, 2-1, 4-1, 7-1. Пофигу мне. Тихонечко. Надо бы пометить, конечно, было бы удобно. Май гад. Сразу? Уж извини. Придется выполнять заказ, да сваливать. Скорей! Давай, пошел!
Я думал, я собью его. Так бы поступил нормальный преступник. А я нормальный преступник. Еще раз. Аккуратненько выкидываем. Я все-таки My God! Мы делаем что-то подозрительное? Интересно, кто это тут сказал, что мы что-то подозрительное делаем? Кто нас... А, вон человек смотрит. Ой. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Я еще вернусь! Хорошо, мне дали F. Короче, мы в итоге раздобыли систему 1-1. Система 1-1 продвинутая. Из одной колонки все долбит тебе в рожу прям. Представляешь, Луи? Это технологии. Все стремится к компактности. Ты не понимаешь... Ты не шаришь продать. Смысл мне вот выставлять телек сюда? Вот интересно, большие предметы. Их я могу и все равно их так продать. Ну ладно. Не благодари. Тихонечко подъезжаем. Давайте сразу откроем. Да, все подготовим. Полезли. Он снова захлопнул дверь. И снова купил себе радиоприемник. Ну, как скажешь. Может быть, он еще и систему 1.1 себе купил? Нет. Он посчитал, что приоритетнее купить приемник. Так, кубик Рубика. Тоже оригами. Этот город, у него какой-то культ здесь, кажется. Блин, мне не стоит здесь находиться. Я даже не знаю, что они смогут со мной сделать. Так, канделябры. Все надо. Инвентарь полон. А черт, блин. Где же деньги? Где же гребаные деньги? Господи, что это такое лежит? Кто так кладет столовые приборы? Я не понимаю. И картину надо тоже украсть, конечно же. Так, пошло. Хорошо. Сейчас все очистим здесь. О, мультик. Это был телефончик. Что это? Ой, охренеть! Я испугался, охренеть. Просто динозавр стоял, стоит какой-то. Что это за говно? Что с этими людьми не так? Опа! А, не могу забрать. Обидно. Ладно, сейчас вернемся. Сейчас вернемся. Оп! Так, никого нет рядом, быстрее. Грузим. А, что так неудобно идти? Все, раз. Цветами прикрыли, и отлично. Два. Я все сложил, продолжаем. Пойдемте грабить детскую. Вот этот кубок. Священный Грааль. Так. Забрать. Забрать. О-о-о-о-о. Ничего нету. А здесь? Обосики. Блин, он любит динозавров. Если что, я скажу, что я собираю деньги, чтобы профинансировать новую часть парка Юрского периода. В целом, я все ценное забрал из... Со второго этажа. Нормально так набрал, да? 738 баксов. Разбить окно, $200. Меня вообще забавляет, за какую мелочь я подвергаю свою жизнь опасности. Сколько этажей в этом прекрасном доме? Че так много? Инвентарь полон, фак. Блин, машина, ничего, я бы взял, да, ну ладно. Услышал? Теперь как кто-то у меня услышал? Точно услышал? Может нет? Вот здесь интересно пошарить. Вот это всегда интересно. Еще и картину можно, да, две картины надо стырить. Нет выбора. О, это тоже интересно. Drop it like it's hot. Отлично. Есть. Вот эта картина, это настоящее искусство. Я ценю искусство и поэтому заберу его. И искусство должно быть у того, кто его ценит. А я его оценю баксов так 15. Еще картина. А еще вот эту, да, можно забрать? Нет, это в инвентарь добавляется, но он полон. И давайте вот напоследок возьмем вот это. Мы еще потом вернемся. Ведь я обещаю, что я вернусь в этот дом. Я сдерживаю свои обещания. Окей. Давай, дропайся. Теперь я предлагаю сделать следующим образом. Прыгивай. А, нормально. Пока никого нету, надо быстренько все это уложить в машину. Давай, ну. Ты что с тобой? Уложить. Уложить. О, нельзя. Что значит нельзя? Я же вижу, что можно. Ну-ка, телек. Охренеть. Ладненько. Тогда полезли. Ой, я, кажется, громко, да? Да похрену. Все. Миссия выполнена. Уип. Разворот. В дебри. О, боже мой. О, боже мой. Опасность. А, нет. Ни хрена не видно. Все. Скорей. Они близки. Есть. А, класс С. Что можем еще сделать? Рюкзак уровень. А, больше места может вместить. Оценка уровень. Оценивайте больше предметов во время кражи. О, мне нравится это. Да, изучить. Потом взлом замков уровня 3 изучить. А еще рюкзак вместительный. Welcome back. За 300 бачей? За 300 бачей мы продаем картину «Маяк». Слушайте, иногда картины могут быть прямо, ну, очень полезные. А, у меня был еще же навык, я оценил. Я смог уболтать этого дурака. Дуралея. Если меня не слышат. Привет, дураль... А, точнее, Луи. Я тут продам тебе. Все, не благодарим. Мы едем дальше. Стоп, разбить окно машины. А. А я не то, да, сделал? Кажется, не то сделал. А, черт, обидно. Ладно, я обещал, что вернусь. Ну-ка.
Все исчезло, кто-то меня обокрал. Нет. Господи, что за люди? Что за люди? Воруют, а? Не стесняйся, средь бела дня. Видишь же, что лежит, но не их вещь. Ну не ваша вещь, ну почему? Почему родители не воспитывают своих детей? Мелкие хулиганы растут, родители бухают и никак ни мораль не дают своим детям. Не показывают им хорошие мультфильмы, где говорится, что ну нельзя брать чужие вещи, ну нельзя. Так жить нельзя, друзья мои. О, мы должны на своем примере показывать, как надо вот жить, как надо поступать с людьми, с близкими. Не только с близкими, но и с ближними своими. Ближние свои, это важно. Кто-то стоит с восклицательным знаком, кто-то хочет передать мне квест, видимо. Так. Есть? Ну это так, бонус от меня. За счет фирмы. Мне нравится вот то, что там назревают. Ой! Сэр, простите! Я просто ошибся! Я сейчас уеду. Поехали отсюда нахрен! О май гад! Надеюсь, картина не выпала. Нет, картина в порядке. Давай, машинка, ускорься, пожалуйста. Где здесь выход отсюда? Вот, направо. Да, вот под конец подзасрался. О, Винни, на Greenview 108. Слишком много смотрит телевизор. Будь хорошим соседом, помоги им с этой проблемой. Не понимаю, Винни, ты что, сочиняешь вот эти вот свои панчлайны перед тем, как звонить мне? Смотри, эта картина говорит о том, как плохо воровать. Чувак в красном говорит чуваку в белом. Вот видишь, что ты засранец, обосранец. У тебя нет ничего, потому что я у тебя все украл. Вот такая вот мораль. Надо починить нашу машину, то совсем подозрительно уже выглядит. Я тебя еще не видел ни разу. Ты почини мне машину, что ли? В смысле, нет предмета. Это я тебе их должен дать? Черт подери, видимо, да. 2000 баксов у нас, друзья. Охренеть, как круто. Давайте посмотрим, что за предметы у нас. Так, нет предметов никаких. О, сломать сортир, принять. Вот, запчасти машин нету. А что, я могу вот через интернет вещи покруче продавать? То есть подороже или как? Возможно. Давайте возьмем автоотмычку. Следующая задача — это сломать большой телевизор в 108. 108, это я помню вас, товарищи. Я приехал и я уехал. Надо аккуратнее все-таки подъехать к ним. Блин, черт, вот этого я не хотел. Я правда не хотел этого. А, фак. Так, значит, подпираем машину вот здесь, за кустиком. И мы... О, нет, смотрите, мы можем тихонечко, легонечко сломать. Нет, никто не услышал? Прекрасно. Тогда заходим. Сломайте и украдите большой телевизор. Я лучше украду его. Ой, меня слышат. Тихонечко. Вы посмотрите, как они плотно закрываются на ночь. Эти ребята, у них проблемы с доверием. Все-таки, как мне к ним подойти? Мне кажется, надо с другой стороны. Как замечательно. Ну-ка, по изгороди живой полезли. О, окошко кто-то не закрыл. Ой-ой-ой-ой-ой, как неудачно складываются обстоятельства для вас. Что это? Белая ваза. Заберу. Так, там где-то должен быть телек. Так, автоотмычка, и как мне ей пользоваться? Ну, видимо, только так и надо. Отлично. Тихонечко открываем. Нет никого. Ой, свет можно включить. Прекрасно. Ох, какой хороший телек. О! Я подумал, что это нарисованы трупы детей. Дорогая, почему у нас опять ничего нету? Может быть, все-таки мы сегодня... У нас сегодня годовщина, а, дорогая? Может быть, мы немножко поиграем? Не, она все равно мертвая, ничего не получится. Давайте как-то, чтобы они всегда были помечены. Ох, жесткие диски, кайф. Теперь надо тихонечко открыть окошечко. Надеюсь, у меня машины хватит, чтобы это все замутить. Чтобы вот такой-то телек поместить, а? Телек-то ого-го. И выпрыгиваем. Все. Давай, поместись. Вот. Вроде бы казалось, пора сваливать, но это же я. Я еще только размялся. А, черт, обрызгало. Ай. Мы снова в доме. Открыли. Они там все еще. Итак, значит, раз мы так грамотно все выкинули, давайте это сделаем еще раз. Как-то так. Сейф. Требуется взлом сейфа. А я могу? У меня есть? А, черт, у меня нет навыка. Обида. Хорошо. Это потом. Мы запомним. Закрыть дверь. И свалить нахрен отсюда. Есть. Ух, как меня пронесло. Фух, в прямом смысле, там теперь огромная куча валяется. Но это не моя проблема уже. Ой, ну, друзья, ну нормально мы так. Систему 2.1 стырили. Телек стырили. Украшения стырили. Кто? Как?
Кто? Как? Какие? Блин, в какую сторону? Ой, боже мой! Поджимают! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Они сюда не заедут, они сюда не заедут. Напрямую, прям вот так, напролом. Ха-ха-ха! Есть! Ай, как я молодец. Класс А. Хорошо, давай, Винни, что там? Для твоего же блага, лучше бы люди не находили свои собственные ожерелья в ломбарде. Сначала их нужно разбирать. Достигните второго уровня оценка. Сначала сейфы изучим, а потом мы с вами добудем все остальное. И все это сделаем в следующий раз. Только давайте сначала мы продадим. И здоров, 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 здоров. Я хочу загнать тебе все, что я украл. Раз, два, три. Прекрасно. Поднимаем бабосы. Так, что это? Чайница. Странная чайница. Ладно, белая ваза. Короче, все это продаем. 3229 баксов. И вот теперь, я думаю, на этом мы с вами закончим этот выпуск. Я надеюсь, что вам понравилась игра. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Уже третий получается. Если хотите, чтобы мы продолжили, то шлепните лайк обязательно. Вступайте в группу ВК в Стиме. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик. Вот этот дзинь-дзинь-дзинь. Чтобы не пропускать уведомления о новых видосах. С вами был Юджин, и всем пять!